С 20 по 25 мая Ханты-Мансийск. Встречай международный молодежный фестиваль «Финно-Угорская весна-2019». Более 100 гостей из финно-угорских объединений различных регионов России. Круглые столы, открытые лекции, проектные сессии и главное мероприятие. 8-й международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии-2019» и Всероссийский молодежный форум «Финно-Угорские встречи в Югре». Фестиваль проходит при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Ассоциации финно-угорских университетов и Югорского государственного университета.